Здрасте всем, и с вами Свитен и Бейлон. Сейчас, подождите. Здравствуйте все, с вами канал Свитен и Бейлон, и сегодня я решил выложить Crysis 3, первую часть. Так, у меня стало 2 гига оперативки, потому что я что-то там наделал. Ну ладно, давайте начнем. Новобранец, я не умею играть. Так, без обучающего курса. Начали. 23 года назад пришельцы Цефы вторглись в наш мир. Мы их остановили. Ой-ой-ой. Я их остановил. Молодец. Но корпорация СЛ сразу ухватилась за эту возможность, заполнив вакуум власти, и быстро выросла настолько, что могла претендовать на мировое господство. А ты обосрался? СЛ застали нас врасплох. Даже меня. Вот ты сыкло. Они называют меня пророком. И я единственный, кто знает, что грядет. Что это у тебя за костюм? СЛ не главная угроза нашему миру. А кто? Самый мощный пришелец, Альфа Цеф, еще жив. А, это мой дед. Ну? Он показал мне кусочек будущего. Надо же. Вот дедуля. Он знает, что движет мной. Ну и что там? Во что я верю? Черепаха там. Что быть движет. Хорошим солдатом в итоге означает лишь одно. Ну? На один простой вопрос. Какой? Чем ты готов для этого пожертвовать? Зубами. Запомни меня. Когда они пришли ко мне с нанокостюмом, я принес в жертву Лоуренса Барнса, того, кем я был когда-то, чтобы стать пророком, величайшей тактической боевой машиной, которую знал мир. Да-да-да. Когда мои плоть и кровь стали мне мешать, я заменил их, как деталь. Ага. Победа обходится недешево. Я знаю. Каждый раз ты платишь немного больше. А я думал меньше. И что дальше? Я видел проблеск грядущего. И какой? И от меня не осталось ничего, что способно ее остановить. Понимаю. А, вот мой дед. Поправился. Если величайшая боевая машина потерпит неудачу, что мы будем делать? Не знаю. Что я буду делать? Не знаю. Срузис 3. Меня, наверное, слышно или нет? Ладно, начнем. Дерьмо. Да долго еще.
наконец-то! А это мне больше не нравится. Да. Вот и моя поддержка. Тейн, мы выходим. Не высовывайся. Подождите. Вау, теперь, наверное, нормально будет. Двигайся. Ну вы сами понимаете, у меня 2 гигабайта оперативной памяти и галимая видеокарта. Ну. Эй, бандит, отвлекающий маневр. Пророк, идем. Командир Ромео, Ромео 1. Начинаю выжигание. Прием. Понял, Ромео 1. Мы должны протащить тебя туда, внутрь купола. Война начинается. Альфа Цеф? Нет. Помнишь, ребят, нашпиговавших тебя, Кей Вольф, Сибири, которые держали тебя в садике, бог знает сколько лет, которые срезали нанокостюм с моего тела, которые собирались сделать это и с тобой. Сэл? Вот это они. А, забудь. Внимание. Выгрузка нанокостюма в процессе. Всем вспомогательным частям покинуть зону. Это Некс. ИИ, отвечающий за безопасность цел. Тихо, тихо. Выходим прямо из главной двери. Единственный наш шанс — эффект неожиданности. Никто не ждет такого безумия. Да. Фу, это не HD-текстура. Сделаем это тихо. У них ОБР наготове. Да, у меня лагает. Маскировка отключена.
Ромео-1, иду к цели. Прием. У меня так все быстро прорабатывается. Это было неаккуратно. Возможно, тебе нужно это. Не понял, неаккуратно. Лук? Да. Превращает тебя в невидимую, неслышную машину для убийства. Серьезная штука. Тебе нравится? Нет. Это потому, что ты еще главного не слышал. Угольные лазеры прикрепили этот лук к твоему костюму. Он достаточно мощный, чтобы остановить носорога. Сменные головки доставят порцию взрывчатки в любую цель. И что лучше всего, он не срывает маскировку. Ну как тебе? Посмотрим. Хорошо, теперь выдвигаемся. Вот лысый хер. Пойдем. Ты куда? Псих. Ромео-1, проникли в Фокстрот 4. Ну что ж, ребята. Не думал, что мне придется это делать, но придется. Да, придется. Горючка готова, прием. Какого зуба? Я как бы наигрался, так что до следующих выпусков. Да, у меня так сильно лагает. Короче, встретимся с вами, когда у меня будет 8 гигабайт оперативной памяти. Все, пока.